Всем привет! У микрофона Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нас ожидает очень интересный матч. Сегодня встречаются самарские крылья Советов с Зенитом. Особенный момент в истории санкт-петербургского «Зенита» – это, конечно, победа в Кубке УЕФА в 2008 году. Да, тогда в финале в Манчестере команда «Дика Адвоката» обыграла шотландский «Рейнджерс» со счетом 2-0. Георгий, ты же комментировал тот матч, как сейчас помню? Решил пробить. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Обостряющий пас. Вот это удар! «Зенит» готовится к исполнению углового удара. Защитник подальше от ворот выносит. Ударище просто. Остановка в игре. Мяч попал в руку. Пока неплохо. Опасная передача. Навес. И куда? Там же никого нет. Хави Гарсия. Жирков. Теперь в атаке соперник. Милан Родич. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Дани. «Зенит» идет к воротам соперника. Прекрасный пас. Опасно! Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Дани. Отличный прием. Так держать. Яченко! Сергей Корнелев. Отлично сыграно, надо решать. Удар по воротам. Тут вратарь надежно сыграл, пришлось прыгнуть, но мяч забрал. Выбили у него мяч, кому он достанется? Тут может что-то получиться. Какой удар! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Дани. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Хави Гарсия. «Зенит» на половине соперника. Есть шанс выйти вперед. Блестящее спасение. Еще одно. И за боковой игрок «Зенита» ведет мяч в игру. Хави Гарсия. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Пас в разрез. Очень точно. Потеря. Все. В оборону. Посмотрим за этой атакой.
Гарсия. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Грамотный пас, все по делу. Мяч вышел за пределы поля, и «Зенит» будет вбрасывать. Это может быть опасно. Великолепно исполненный пас в разрез. Сыграно жестко, но в рамках правил. Сергей Корнелин. Юрий Жирков. Мяч будет введен из аута. Шелдон Батон. Игрок бросил мяч, не стал ждать ни секунды. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар. Гол! И они выходят вперед. «Зенит» забивает свой первый гол прямо перед перерывом. Ну, теперь настроение у команды будет получше. Будем надеяться, что этот гол в раздевалку настроит команду на атакующий футбол и во втором тайме. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Жозе Нацо. Отличный пас в разрез. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. 1-0 после первого тайма. Разом тройная замена. Видимо, тренер совсем недоволен тем, что происходит. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Шелдон Бато. Жозе Нацо. Хороший пас во фланг. Милан Родич. Это может быть опасная атака. Милан Родич. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Пяточкой, каблуком, как иногда говорят. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Питерцы начинают опасную атаку. Он бьет. Хорош. И это удар. Отправляет мяч в нижний угол. И совершенно не обязательно, как мы видим, бить изо всей силы. Действительно, главное сохранять хладнокровие и рассудительность. В итоге мы это и увидели в этом моменте. «2-0». Отыграться теперь будет труднее. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять.
Надежно играет защитник. Атака прервана. Сейчас мы увидим замену в команде хозяев. Да, будет остановка, и кто-то из игроков покинет поле. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Маурисио. Шатов. Потерял он мяч, но кому он достанется? Яченко! Немного поторопился он вне игры. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Шатов! Вот это спасение! Зенит пробьет угловой. Мы слышим свист трибун, и это болельщики хозяев недовольны затяжкой времени. Гости выигрывают, торопиться им некуда. Если так дальше пойдет, то судья щедро добавит к основному времени матча минуту-другую. Посмотрим за этой атакой. Атака остановлена, но кто получит мяч? Один из игроков получает травму, и арбитр останавливает игру. Приходится проводить замену. Травма – это всегда неприятно. Игроку оказывают помощь. Судья ведет мяч в игру. Смольников. Маурисио. Олег Шатов. В отличной форме игрок находится, кстати. Статистика у него просто безупречна. Терпеливо ждут они своего шанса. Получает мяч на ходу. На пару решили разыграть эту комбинацию. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Маурисио. Может получиться интересная атака. Олег Шатов! Гол! Зенит забивает! Давайте еще раз посмотрим на повтор. Константин, ну нет же ничего проще, чем попасть в пустые ворота. Ну, не обижая тебя, Георгий, у меня есть сомнение, что ты бы попал. Но, как мы понимаем, такие голы, они характерны скорее для хоккея, чем для футбола. На табло 3-0. Это разгром. Жозе Нацо. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Хорошее владение мячом перед штрафной площадью. Но пора бы и обострить. Ударище просто. Да ну, это совсем никуда не годится. Молло. Это может быть опасно. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Александр Кокорин. Олег Шатов. А вот это интересно. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас.
Зенит идет к воротам соперника. Опасно! Не точно удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Три минуты будет добавлено. Пока неплохо. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Юан Молло. Итак, прозвучал финальный свисток, и он фиксирует победу «Зенита». Решил пробить. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Тут может что-то получиться. Какой удар! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Есть шанс выйти вперед! Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар. Гол! И они выходят вперед! «Зенит» забивает свой первый гол прямо перед перерывом. Ну, теперь... Он бьет. Хорош. Это удар. Отправляет мяч в нижний угол. Шатов. Вот это спасение. Может получиться интересная атака. Шанс. Олег Шатов. Гол! «Зенит» забивает. Давайте еще раз посмотрим на повтор. Константин, ну нет же ничего проще, чем попасть в пустые ворота. Ну, не обижая тебя, Георгий, у меня есть сомнения, что ты бы попал. Ну, как мы понимаем, такие... «Зенит» идет к воротам соперника. Опасно! Не точно удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше.